Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Иванов Николай, компания Zilgross Cash & Carry. Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша компания? Наша компания на российском рынке представлена уже более 10 лет. Компания Zilgross принадлежит холдингу Transgourmet, который занимается оптово-розничной торговлей. В первую очередь это формат cash and carry. Широко представлен на рынке Германии, Румынии, в том числе в России. В России на сегодняшний день Zilgross оперирует 11 гипермаркетами в Москве, в ближайшем Подмосковье, а также Рязани, Туле, Казани, Ростове и Волгограде. Замечательно. Расскажите, пожалуйста, как вам выставка, как проходит неделя ритейла, насколько интересны встречи? На выставке сегодня я второй день. Фокусом для себя считал первый. Вчерашний день была обширная сессия по собственному производству. То есть это одна из моих зон ответственности на сегодняшний день в компании Zilgross. Что понравилось, что поразило, это открытость спикеров, во-первых. Во-вторых, то, что были разобраны реальные кейсы, а не общие вопросы, заряжают большие корабли, бороздят просторы, вселенной и так далее. И самое ценное, конечно, можно было задавать вопросы, можно было получать обратную связь. Собственно, ради чего я не первый раз уже прихожу на эту выставку. Замечательно. Мне кажется, что это отличная тенденция. Знать, что на выставке вы получите прямые ответы на прямые вопросы, а не просто посмотрите на топов индустрии, которые будут рассказывать, что у них все хорошо. Да, вы абсолютно правы. Именно так. Мы пожелаем вам удачи на нашей выставке. Надеюсь, что компания ваша будет развиваться. И в следующем году ждем вас в качестве спикеров тоже узнать, как ваша компания выбрала какой вектор развития и как решила какие-то злободневные проблемы. Спасибо большое. Спасибо вам.